Добрый день! Представляем вашему вниманию лоб, тонковки женские, поло, длинный рукав, экстра, Швейцария. Подробную информацию смотрите в ссылке под описанием. Начнем с такой тельняшки, можно сказать. Открытые плечики у нас здесь, рукав 3 четверти, размер М. Вот такая вот тонковка с капюшоном, длинный рукав, здесь у нас очень большой вырез, на топ, наверное, одевается кармашек, здесь есть размер S. Рукав 3 четверти, размер S. Здесь у нас 50-52 размер, длинный рукав, она такая как туника, хлопочек очень приятный. Здесь вот такая сеточка, короткий рукав, размер L. H&M, размер Евро S. Вот такая вот маечка, без рукавов. Вот, расклешенная. Плотный материал. Вот такая вот классная тоже тонковочка, блузка даже можно сказать. Здесь посмотрите, как здесь косичкой украшена на шейке. Вырез, и плечики могут быть открыты, то есть вот резиночка здесь, и размерчик это у нас М. Здесь прекрасная тонковка, размер 50-52, Эми Вермонт. Вот рукав, скорее всего, тоже 3 четверти где-то, удлиненная. Это у нас Бершка, размер S. Вот короткий рукав, водолазочка. Внизу затягивается. Вот такая блузка Канда. Рукав 3 четверти. Здесь рукав в гипюре. Ну, она полностью в гипюре, но здесь подклад. Рукав просвечивает. Размерчик написано XL, вот такой топ тоже, гипюр с подкладом, здесь чашечки и силиконовая такая-то, как ее называют, тесьма силиконовая, да, чтобы держался. Так, Евро 44 размер, очень тоненькая, прям невесомая такая тонковочка. Арсей, посмотрите, тоже сеточка полностью, без рукавов. Здесь у нас на груди завязывается. Прекрасная такая блузочка. Так. Зара, размер М. Вот, чуть расклешенная. Водолазка. Сейчас скажу размерчик. Это Тезенис и размер S. Лемон, размерчик ML, вот такая вот анималистичный принт прекрасный. Гауди, размер M, очень плотная, плотный такой трикотаж. Так, итальянская у нас такой как болеро, кардиганчик сеткой, видите, прям паутинка, спереди тут удлиненные краешки, и размер S. H&M, размер Евро L, такая тонковка с пуговичками удлиненная. Размер S, это у нас вот такое болеро на завязках с пайетками, очень симпатичная. Здесь у нас размер ML. Тонковка со стразами. Здесь рукав, ну, не длинный, видите, но и не короткий. То есть он, ну, до локтя не доходит, но удлиненный все-таки рукав. Это боди. Сзади, видите, застегивается на шейке воротничок-стоечка. И внизу. Надевается, получается, через низ. Здесь
внизу нету застежек. Размер L, рукав до локтя. Размер L XL. XL даже, да. Вот, рукав тоже до локтя. Здесь такой топ. Размерчик XS. Видите, здесь так узор, как будто бы под кожу. Сделан большой широкий ремешок. Вот. И без бретелей получается топ. Размер M. Тонковка. Лапша. Очень прекрасный, приятный материал. Здесь у нас размер L XL. Размер L. Майка гипюр. Полностью просвечивает. 36 размер. Спереди атлас, сзади трикотажная. Здесь у нас размер XL. 36 размер. Вот такая вот тут металлические цепочки всевозможные и шипики такие. Вот тоже итальянская тонковка, Made in Italy написано. Вот внизу разрезик, асимметричный край. Размер S. Здесь на пуговичке. Материалы натуральные в основном, хлопок. H&M размер XS, скорее всего, тонковка. Street One размер евро 34. Здесь сеточка. Размер M. Такая вот интересная маечка, блузочка. Здесь все присборено. Очень симпатичная. Так, 38 размер топ. Тоже здесь у нас тесьма силиконовая. И с чашечками. Такой вот маленький. Размер L. Чикори размер S. Рукав до локтя. Удлиненная. Здесь у нас размер M, ML даже, сверху сеточка. Здесь у нас французская такая тонковочка с сеточкой, блузка. Вот. Made in Paris. Размерчик, кстати, SM. Здесь 48 размер рукав, длинный, но, наверное, не до запястья, где-то 3 четверти. H&M размер S. Вот такая вот туника интересная. Посмотрите, размерчик здесь не указан. Ну, скорее всего, до размера XL подойдет. Здесь такие шикарные звездочки. Ну, как булавочки. А, нет, они даже не как булавочки, они просто пришиты. То есть вот здесь вот зашито, да? И вот она такая шикарная, хлопочек. Размер XL. Кардиган открытый, без застежек. Рукав короткий, до локтя. Размер M, это Tom Taylor. Размер M кардиган тоже, без пуговиц, без застежек. Так, размер S. Вот такая вот шикарная, посмотрите, из сеточки, с набивным таким рисунком, очень шикарная прям. Красивая блузочка, внизу резинка широкая. Здесь у нас размер L, тоже пуговицы, обратите внимание, здесь красивые очень. C&A, размер XL.
Здесь у нас размер L, удлиненная слегка. 36-38 размер, здесь на запах и как будто бы с воротничком отложным. Так, здесь у нас тоже на запах, прямо на завязках, видите, она полностью раскрывается, сзади завязывается, размер M. Плотный трикотаж. А, вот такое поло, можно сказать. Танковка пола, да, размер L. Размер S, тут сеточка, но с подкладом двухслойная, то есть такая сеточка, футболка. Водолазка C&A, размер S. Здесь у нас размер L. Такая маечка, асимметричный край. Размер XL, это тоже у нас здесь подшито, ну как пончо, вот такая же накидка, туника, только не присборена здесь, она просто вот такая свободная. S размер топ, прекрасный, с чашечками. Здесь вот так, видите, вот она, одна чашечка прикрыта рюшей, коротенький. Размер L, водолазка у нас размер L, XL размер, танковочка. Zara размер M. Это кардиган у нас, и здесь завязывается еще. Прекрасно удлиненный. Дезенис, размер S. А здесь у нас размер XL, рукав 3 четверти. H&M, Евро S размер. Зебра размер XSS, вот такой топ, тоже открытые плечи, прекрасный. Touch размер M, тоненькая, прям такая толстовочка спортивная. Это у нас тоже спортивная такая танковка. Размерчик SM, очень плотненькая, бесшовная. Здесь рукав 3 четверти пола, размер L, спортивный трикотаж, футболка, удлиненный немножко рукав, размер M. Здесь размер M тоже, на рукавах, видите, такие рюши украшены. Размер 50-52, такая туника удлиненная. Внизу резинка спортивного трикотажа. Это у нас Intimissimi. Прекрасная танковка, лапша. Очень приятная на ощупь. Очень приятная к телу ткань. Здесь у нас размер 48-50. Рукав до локтя. Zara размерчик. Размер L. Вот такая вот майка-туника. Посмотрите, спереди такая. Сзади тоже вот так вот напополам. Прекрасно. Esprit, размер S. Такая, как термо-танковочка, знаете. Здесь у нас размер S, скорее всего. Рукав 3 четверти. И вот она такая вот здесь. Видите, все просвечивает по бокам. Шифоновая такая блузка. Рукава и спинка трикотажные, а спереди шифон. Размер M. Водолазка. Размер
XL. Такая интересная. Рукавчики, видите, как бабочки. Вот. Короткий рукав. Здесь у нас H&M, размер евро 34. Амису, размер S. Тонковка. А, это даже как платье, видите? Удлиненная тонковка с разрезами. Спереди покороче, сзади подлиннее. Вот такая вот интересная очень вещица. Прекрасная, модная. Здесь у нас бенетон. А, нет, это не бенетон, извиняюсь. Такая блузка. Размерчик XL. Гипюровая полностью. Вот это бенетон. И размер XL. Где-то L. Возможно. Здесь у нас русский 66-68 написано размер. Вот такая вот тонковка. Рукав до локтя, либо 3/4. Прекрасная. Вот посмотрите, все блестит, сверкает. Размер S. Внизу гипюр. Здесь футболка. Рукав летучая мышь. Спереди короче, сзади подлиннее. Размер L. Вот такая вот интересная. А, это боди, кстати говоря. С вырезом. Без рукавов. Размер S. Внизу застегивается. Размер S. Маечка в пайетках. Здесь у нас размерчик евро 34-36. Как термо такая тонковка тоже. Здесь у нас XL, 2XL размер. Еще сверху как будто бы кардиган. Такая комбинированная вещь. XS размер. Укороченная водолазочка. Здесь у нас водолазка размер L. Манго размер евро M. Это вот спинка получается на шейке, сзади вырез, а спереди просто как водолазочка такая вот, с прищипом вот здесь, видите, сборочка немножко. H&M, евро M размер, H&M, евро M тоже, маечка. Красная, нарядная. Евро 52 размер. Это у нас кардиган. Трикотажный, тоненький. Вот. Здесь у нас блузка. Рукава полностью в гипюре. Остальное на подкладе. Размер S. Здесь у нас такой, как водопадик. Спереди воротничок. Без рукавов маечка, размер M. Размер M, также тонковка прекрасная, сзади спинка открытая. XL написано, XL написано размер, это Clock House, но это не XL, это максимум M размер. Здесь у нас ML размерчик, тоже в гипюре, прекрасная блузка. Размер L. Это у нас боди. Размер M. Рукав до локтя. Размер M. Вот такие вот рукавчики. Видите, как бабочки. Немножко укороченный такой топ. Блузка. Размер M тонковка. Здесь у нас тоже размер M, это топ. А
опять же, здесь у нас силиконовая тесьма, и на чашечке есть сверху сеточка, внутри подклад. Такой топ. Размер М, это Сесиль. Такая как рубашечка. H&M евро 54 размер. Очень плотный материал, костюмная такая ткань. Сбоку молния. Здесь у нас размер L, рукав до локтя. 42 написано евро размер. Вот такой вот на одной пуговице. Тоже как кардиган, видимо. На одной пуговичке. Здесь размер M. Очень приятная ткань. Такая как тепленькая такая. Здесь у нас комбинированная вещь, как будто бы внутри футболка и сверху как кардиган. Размер XXL. Так, евро 38-40 размер. Такая блестящая футболка, прекрасная. Блузка евро L размер. Рукав до локтя с завязками. И плечики открытые. Дальше. Размер S. Ну, на M тоже подойдет, кстати. Здесь вот сдвоенный SM размер. Она полностью, ну, прозрачная такая сеточка. Капроновая. Рукав до локтя. Здесь у нас тоже рукавчик до локтя и размер L. Так, здесь рукав тоже до локтя, летучая мышь, и здесь на тесемке, на резиночке и на утяжке. Вот размерчик L. А здесь указан размер L, но скорее всего это не L, это боди. Ну, размер М, возможно. Размер L. Танковочка. Вот так. И здесь у нас размер М. Спортивная такая танковочка в сетку. Топ. Вот так. Топ у нас размер 48 написано. Вот такой вот очень плотненький двухслойный как бы материал. Эсприт размер L написано. Ну, это, наверное, не L, это, возможно, M. Вот так. Амису размер S. Такая вот полностью прозрачная маечка. Посмотрите, прекрасная, на топ одевается. Очень чудесный у нее рисунок. Здесь тоже немного просвечивает маечка. Размер L, точнее XL, 2XL даже подойдет. 44 размер евро. Это майка, спортивный трикотаж, очень тонкий, на тонких бретелях. H&M, размер M. Тут тоже у нас вот такие прозрачные вставочки. Танковка размерчик ML. Здесь у нас размерчик LXL даже. Рукав 3/4. Здесь размер S. Наверное, SM. Такая вот интересная, оригинальная танковочка. Ну, это потому что дизигуаль, конечно же. Вот. С вышивками. Здесь у нас водолазка размер L. Размер S танковка, короткий рукав, примерно до локтя. Такая блузка интересная, маечка. Внизу, видите, расклешенная. Размер
SM. Здесь у нас маечка, спортивный трикотаж, такая очень легонькая, как водолазка, горлышко сделано, размер M. Размер L написано у вот этой тонковки. Как, она как, ну, тонковка, на пуговицах только. Рукав 3/4. Ну, размер, наверное, M максимум. Здесь у нас размерчик. Так, это вот полностью все оно. Здесь как топ. И дальше идет удлиненная, как еще, как футболочка. Вот такая вот вещица, размер L. Евро S это H&M. Так, здесь у нас полиро, размер S. И вот такая прекрасная маечка, двухслойный капрон здесь, размер L, с вышивкой, шикарная просто. Подробную информацию о лоте смотрите в ссылке под описанием. Спасибо за внимание.